Осень – это традиционное время для наведения чистоты и порядка на наших улицах. Сегодняшняя ноябрьская погода радует нас солнцем, теплом и необычайно красивыми осенними красками. В такую погоду приятно не только гулять на свежем воздухе, но и принимать активное участие в субботниках. Отложив на время привычные обязанности, работники бюджетной сферы района вышли на традиционный так называемый «чистый четверг». Уборка была организована во всех населенных пунктах района. Фронт работ определяли администрации сельских поселений. Субботник – это праздник чистоты, порядка и хорошего настроения. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено приведению в порядок парков, территорий, прилегающих к административным зданиям. Убрали сухостой, вырубили аварийные деревья, собрали мусор. В районном центре от опавшей осенней листвой была полностью очищена парковая зона. Хочется отметить, что субботник – прекрасный способ проявить желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться на открытом воздухе в осенний денек. И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал еще красивее благодаря общим усилиям. Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия.